Вот, девочки, будем сейчас, это будет у нас четвертая часть по кокеточке, и мы остановились на 16 ряду, провязали мы 16 рядков, сейчас будет у нас 17 провязываться, 17 ряд по схеме, вот он, одна изнаночная, накид. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лицевых. Снова накид и одна изнаночная. Будем вязать. Я отметила вот 17 ряд. И будем с вами провязывать. Одна, девочки, изнаночная, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид и одна изнаночная. Первый раппорт провязали. Изнаночная, накид. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид к себе вяжем и изнаночная. Вот так вяжем до нашего маркера. Это 17 ряд, девочки. Провязываем самостоятельно. Вот я подошла к концу 17 нашего ряда. Изнаночная, накид, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид и изнаночная. Теперь будем вязать 18 ряд, как бы изнаночный. Мы провязываем изнаночную, вот эту, так же, как и была изнаночная. Накиды провязываем лицевой. Вот он, накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И еще 8. И вот он, накид. 9 получается лицевых, 2 будет у нас изнаночных, 7 было лицевых и 2 накида, 9 лицевых вяжем, 2 изнаночных, 9 лицевых. Вот 2 провязали изнаночные, первый накид лицевая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Главное не потерять накиды. 8. И вот он, 9. Петля, накид. 9 лицевые. И снова 2 изнаночные. Вот так вот вяжем этот рядок до конца. Накиды лицевыми провязываем. Вот они, 2 изнаночные, вот они у нас идут, дорожки. Уже тут заблудиться никак нельзя. Давайте я с вами еще провяжу. Вот 2 изнаночных провязали. Накид первый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь оттягиваю. Вот он, 8. И вот он, накид, 9 и 2 изнаночные. Вот так, девочки, весь ряд провязываем. Вяжем самостоятельно. Вот, девочки, провязали мы 18 ряд. Я перекинула петельки на спицы, леска уже 80 сантиметров, потому что мало. Уже сузилось так полотно, что я вам ничего показываю и переживаю, видно, не видно.
Сейчас будем вязать 19, девчата, ряд. 19 ряд. Сейчас на схеме покажу. Вот по схемке. Вот так вот. Вот он. Вяжем 1 изнаночная, накид, 3 лицевых, 3 вместе, снова 3 лицевых, накид и 1 изнаночная. Вот отметку делаем, 19 ряд. И, девочки, будем вязать. Одна изнаночная, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, 3 нашего, а вот они, их видно, вот 3 петельки, их провязываем 3 вместе, 5 спицы поменяла, пока к ним привыкнешь, 3 вместе, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид и 1 изнаночная. 1 изнаночная, второй раппорт, накид к себе делаем, 3 лицевых, 1, 2, 3, 3 петельки провязываем вместе, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид и 1, 5 изнаночная. Вот так провязываем весь, девочки, ряд. Самостоятельно вяжем 1 изнаночная, накид, 3 лицевых, 3 вместе, 3 лицевых, накид и 1 изнаночная. Вяжем самостоятельно до маркера. Вот, девочки, я провязала. Видите, у нас уже узорчик какой получается. Красивенький, ажурный узорчик. Теперь вяжем 20 ряд, как изнаночный. Накиды провязываем лицевыми. Петли все лицевыми. И вот эти вот дорожки, вот они у нас. 2 изнаночные. Получается у нас 2 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых. Весь рядок. Вот 1 изнаночная на этой стороне. Вот вяжем. 1 изнаночная. Накиды, девочки. Вот я прям вслух считаю их, потому что потерять можно запросто накиды. Вот первый накид. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот он, второй накид. 9 петелек. 9 лицевых и 2 изнаночных. И снова считаем 9 лицевых. Вот он, накид первый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот второй накид. 9. 9 это лицевые и 2 накида. Я думаю, все понятно это. Провязываем этот рядок до маркера. Это у нас как будто бы изнаночный ряд. 20-й. Вот до маркера довязываем и там встречаемся. Провязали мы 20, девочки, ряд. Теперь вяжем 21. 21 ряд провязывается. Вот. Изнаночная. 1 лицевая, накид. 2 лицевых, 3 вместе. 2 лицевые, накид. Лицо изнаночное. Вот
Лицевые сходятся. Лицевые, лицевые. И вот они накиды у нас получается. Вот такой вот как бы треугольничек. Ничего сложного нет. Кто понимает вот схему, вот она перед вами, девочки, вот. Она есть в Одноклассниках. Распечатывайте и вяжите. Кружочки – это накид, вот такая палочка – это лицевые. А вот это у нас идут вот дорожки из двух изнаночных. Вяжем. А кто не умеет вязать, тот уже вяжет вместе со мною. Вот. Двадцать первый ряд. Изнаночная. Одна лицевая. Накид. Две лицевых. Три вместе. Вот они, наши петельки. Их видно. Вот они средненькие. Две лицевые. Накид. Одна лицевая. Изнаночная. Второй раппорт вяжем. Изнаночная. Лицевая. Ой, я задела мои спицы. Так. Накид. Лицевая. Ой, изнаночная. Лицевая. Накид. Две лицевых, три девочки петельки вместе, две лицевые, накид, лицевая и изнаночная. Изнаночная, лицевая, накид, две лицевых, три петельки вместе, две лицевых, накид, лицевая и изнаночная. Вот так мы провязываем 21 ряд до маркера. Конечно, пряжа синяя. Плоховато видно на белый или цветной. Лучше было бы видно. Провязываем, девочки, самостоятельно. И встречаемся в конце ряда. Провязали, девочки, 21 ряд. 22 ряд вяжем как изнаночный. Изнаночную вяжем изнаночной. Накиды и остальные петельки вяжем лицом. Одна изнаночная. Раз, лицевая. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не потеряйте накиды. Лучше считайте. Девять лицевых, две изнаночных у нас получается в этом рядке. И вот так провязываем весь ряд. Две изнаночные и девять лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот он накид, восемь, девять. Я просчитываю, потому что я вот в начале вязания один накид потеряла, потом с протяжки его доставала. Вот так провязываем весь рядок. 22 ряд. Довязываем самостоятельно. Провязали 22 ряд. Сейчас начинаем 23. Девочки, сейчас я вам на схеме его покажу. Двадцать третий ряд. Вяжем изнанка, две лицевых, накид, лицевая, три вместе, лицевая,
зеркально вот отвяжем. Лицевая, накид, две лицевых изнанки. Изнаночная, две лицевых, накид, лицо, три вместе, лицо, накид, две лицевые и изнаночная. Вяжем, девочки, 23-й ряд. У меня уже как бы кокетка расширяется, и спица на 80. Я еще, наверное, ряд 2 провяжу и сниму уже на спицы. У меня есть на 120 там и на 120 сантиметров. Вот на ту лесочку перевяжу, чтобы она вот так не насборялась, а то ничего не видно. Она будет вот так, и все будет видно. Ну, давайте будем вязать. 23-й, девочки, ряд. Одна изнаночная, две лицевых, накид, лицевая. Вот они, наши три петельки. Три вместе провязали. Лицевая, накид, две лицевых и изнаночная. Вот наш раппорт. Снова изнаночная, две лицевых, накид, лицевая, три вместе, лицевая, накид, две вместе, ой, две лицевые, простите, и изнаночная. Давайте еще один раппорт с вами провяжу. Изнаночная, две лицевых, накид, лицевая, три петельки вместе, лицевая, накид, две лицевых и изнаночная. Вот так, девочки, вяжем весь 23-й ряд до маркера. Вяжем самостоятельно. Провязали 22-й ряд. Ой, 21-й. Ой, простите, девочки, что-то я уже, у меня голова закружилась. 23-й ряд мы провязали. Или какой? Да, 23-й. Вяжем 24-й ряд сейчас. Вяжем 1 изнаночная, 9 лицевых и изнаночная. Вот 1 изнаночная, 9 лицевых. Накиды, чтобы не потерять, считаем 2, 3, вот он накид, 4, 5, 6, 7. 8, 9 и 1 изнаночная. Получается у нас 9 лицевых по краям по изнанке. Вот она, наша дорожка, опять изнаночная 1, 9 лицевых, 1, 2, вот накид, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 изнаночных и снова 9 лицевых. Девочки, просчитывайте, чтобы не потерять наши накиды. Вот так провязываем весь рядок. И это у нас 24-й ряд. Встретимся. Вот когда довяжете до этого маркера, вяжите самостоятельно. Так, девочки, мы провязали 24-й рядок. Как бы вам
показать, на белое что-то подложить. Вот он рисуночек, видите? Вот они как листики определяются. Вот у нас маленький листик, вот побольше, вот уже побольше. Она расширяется, наша кокеточка. Рисунок очень-очень-очень красивый. Ну, еще пряжа у меня такая вот, что сливается как бы. Вот. На красной-то кофточке там вообще хорошо все видно. Ну, у каждого пряжа будет своя, девочки. Рисунок очень красивый, вяжется. Вы уже, думаю, поняли, что очень легко. Вот она по изнанке, видите, идет. Вот дорожки из двух петелек, а тут ажур идет. Вот он, как листики вывязываются. Давайте провяжем еще 25-й рядок. 25-й ряд вяжется 1 изнаночная, 3 лицевых, накид, 3 вместе, накид, 3 лицевых и 1 изнаночная. Вяжем 1 изнаночная, 3 петельки лицевых, 1, 2, 3, накид, вот наши средненькие, их 3 вместе, накид, девочки, 3 лицевых и изнаночная. Вот наш раппорт. Изнаночная, 3 лицевых, накид, 3 вместе, накид, 3 лицевых и изнаночная. Вяжем. Изнаночная, 3 лицевых, накид, 3 вместе, накид, 3 лицевых и изнаночная. Изнаночная, 3 лицевых, накид, девочки, к себе делаем, 3 вместе, накид, 3 лицевых, изнаночная. Вот так провязываем до конца, до нашего маркера. Это 25-й ряд, девочки. Вяжем самостоятельно. Девочки, провязали 25-й мы ряд. 26-й ряд у нас идет как изнаночный. Мы вяжем, накиды не теряем, просчитываем. 1 изнаночную, 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И снова изнаночная. Вот наш раппорт. Изнаночная. 9 лицевых. Просчитывайте. 2, 3. Вот он. Накид. 4, 5. Накид. 6, 7, 8, 9. И изнаночная. Вот так провязываем 26-й ряд. В следующей части встретимся с вами. Это у нас 4-я будет часть кокетки. В 5-й части мы начнем с вами вязать с 27-го ряда, девочки. 26-й провяжите самостоятельно.